16 число. Смотрите, как вода поднялась. Если старые кадры смотрели видюху. Да, побольше, чем в том году. Сейчас загородку зайду, там посмотрим. Нормально, да? Во, хлынуло. А вон у кого-то водка болтается. Вот лев отъезжал. Я снимал. Сейчас я на это место встану. Вот, нацепляли мотор. 12 числа это было. Сегодня 15. Есть разница, когда отъезжал лев. Река прет, просто прет. А, классно. Сейчас никакие водометы, ничего не надо. Газулю до талого и попер. Все, как. Сейчас поеду, пришел лодку, думаю, пошкурать, подготовить покраски. Вон, у пупуша даже затопил задницу на лодке. Вон, им сюда заезжать можно, разгружаться, милое дело. Опа, заехал, все нормально. Да. Сейчас посмотрим. Это сейчас еще приморозило немного, сбавил оборотов. А если потеплеет, будет беда. Не стал я открывать. Вон, подойти, сапоги надо одевать. Сейчас посмотрим сверху. По-моему, сегодня я обломился. Как бы у меня еще бревна не уплыли. Не уплыли. Во-во. Ох ты, ёп! У меня такого не было. Ты посмотри, что творится. В том году это еще слезы были. Затопило полностью загородку. Вот дает. Беда. Здесь такого течения, но течение даже здесь идет, видно, не просто зашла. Да, дом строить надо на сваях строить. В один год уплывешь ручеек по самой рубчик. Да, подготовил лодку, чувачок. Катерок плавает. Понятно все. Весна. 17. Сильно, сильно, сильно. Ну что, разгружаюсь. Пойду обратно домой, что делать. Сейчас посмотрим лодку, которую в том году делал. Состояние после зимовки, что поменялось. Ничего не поменялось. Вот этот вот битумный герметик мне просто нравится. Супер. Он даже ничего не потрескался, ничего с ним не произошло. Ну, все щели вот. Все нормально, я даже ничего с ней не надо делать, я просто скидываю обратно и все. Ну, нашел я. Нашел то, что нужно. Антисептик. Яхтовый лак. И битумный герметик. Все. Только потом подмолаживай кулачком. Ну, сейчас вот ее вскрыть. Для твердости. Вот она. Есть разница. Этот глухой звук. Этот прямо звонкий. Мне нравится это дело. Ну, подмолодить тоже можно немножко, но это, в принципе, лаком зальется. Ну, вот такой вот небольшой обзор сделал. Это вот 2002 года, наверное, лодка.
тоже моей работы. Ей уже все, она на свое отслужила, не знаю, что они ее на волю не отпускают. Странные пацаны. А та вот дальняя стоит, на которой испытание моей девочки, там Видюшечка есть. Они у нее в том году забрали. Ну что-то тоже они плохо ухаживают, конечно. Не знаю, как вот с этой новой. В принципе, надо посерьезнее к этому относиться. Считаю. Вот березка моя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь деревечков. Все прижились. Все нормально. Вот. Речка прямо сюда зашла. Вообще сильно. Давно такого не было. В том году как бы был такой, ну не рекорд, но тоже давно не было. А сейчас вообще переплюнуло тот год по-любому. И по времени, и по всему. Ну ладно, всем счастливо. До связи. Ждите новой информации.